Все мы сталкивались с чем-то неведомым, необъяснимым. Здесь же вам неплохо заплатят за проклятые раритеты. А вот это весьма прелюбопытно. Отдал бы за 40. В жизни не встречал ничего подобного. 60. По всему Нью-Йорку участились нападения призраков. Охотники, слушаю вас. И мы единственные. Держись, так! Кто может дать отпор? Прошу, Центр паранормальных явлений. У вас духи на вольном выпасе? 40 лет их собирали, а сейчас исследуют. Какой пупс! Да. С появлением этого шара начались непонятки. Он будто повелевает духами. Что-то рвется на волю? Много чего. Мы на пороге холодной войны с полчищем духов, способных убивать самим страхом. То есть запугав насмерть? Во, мы влипли. Итак, что у нас в планах? Охота на призраков. Останемся и будем биться. Погнали. Стреляем во все, что пугает. Предсказано, что этот вот шар погубит все человечество. Второй ледниковый период. Отошел от нее! Охотники за привидениями. Леденящий ужас. Класс. В кино с 21 марта.